Что надо? Ты что беспредельщик моего сына избил, а? Послушай, уважаемый, твой щегол первый допустил. Порядочных людей за глаза не за что оскорбил. Теперь еще и за паханом прячется. Ты откуда такой дерзкий нарисовался? Да я тебя за сына завалю. Я тебя завалю за сына. Ты что, бессмертный, что ли? Ну, допустим. Мужичок, слушай. Ты что, думаешь, я просто к задней дам? Подожди. Сержант Братан, ты что ли? Ну что, знакомы? Это же я, Алмаз, Алмаз Базарский. Мазя, ты что ли, блин? Ну я, блядь.